Интонация недели – семейная. В Могилевской области за 11 месяцев родилось 11 819 детей. Почти весь год в регионе сохранялась тенденция увеличения рождаемости. И есть твердая надежда, что так и будет по итогам года. Нужно отметить, что демографическая ситуация в целом не самая благоприятная, потому что теперь родителями становятся дети кризисных 90-х годов, когда в очень многих семьях было по одному ребенку. Тем не менее, младенцев рождается больше, а вместе с малышами прибавляется и счастье. Тему продолжит Анна Лапо. Какая девочка у нас родилась, такая Мелания. Девочка с красивым именем Мелания собирается домой. Розовые ленты, нарядные ползунки, мой подарок под елочку, шутит мама. Мы все очень долго готовились. Вот у нас такое счастье и чудо родилось. Мелания – второй ребенок в семье, а это двойная ответственность для родителей. Загадывать не будем. Вот, я думаю, что будет все хорошо. Дети – это счастье, стимул. Я думаю, что будем работать, стараться, воспитывать детей. Папа Евгений и пятилетняя Ксюша этот новогодний подарок очень ждали. Я готовлюсь с игрушками и конфетами. К слову, многие многодетные семьи начинаются с фразы: ну, хотели мальчика, ну, получилась девочка, но и при этом мы не переживаем за это. Вот. А за мальчиком пойдет? Может быть, и пойдем еще и за мальчиком. Больше 3000 родов приняли врачи за уходящий год в городском роддоме больницы скорой медицинской помощи. Эта цифра в последние 5 лет не уменьшается. Ну, какая-то тенденция к тому, что дети покрепче, все-таки есть. Может, это связано с тем, что родители ведут более здоровый образ жизни, может, еще с какими-то нюансами. Ну, такое есть. Больше стало женщин, которые решаются стать мамами ближе к 40 годам. А вот отказных деток в 2016-м в городском роддоме практически не было. Дети нужны, вот, и родители желают их воспитывать и растить. В уходящем году больше семей решились на 3-го и даже 4-го ребенка. И не только потому, что есть какая-то господдержка государства, а в целом, потому что это безопасность и семьи, и страны, и нас. Сегодняшние дети – это то общество, в котором мы будем жить завтра. И только от нас зависит, каким оно будет. Правильно говорят, нет на земле гимна торжественнее, чем лепет детских уст.